можно начать? Мчаться! Скоростные автомобили! Ну, предположим, завтра я вас выпишу. Она вела на веревке большую собаку. Ругать правительство, пить корвалу, жить в продать к чертям и все. И никаких тебе стекольщиков, кровельщиков, налогов. Возвышает, возносит, приподнимает личность. Встречный. Вы знаете, задремал и слышу, не то поет кто-то. Не то. Понимаете, что я имею в виду? А вы ведь тоже женщина. Да? Вам тоже ужасно хочется кричать на вашу дневную почву. Так почему бы нам вместе не удовлетворить нашу мочуле? А, представляете, я не знаю, как я буду скучать, когда мать с вами такой тихий. Нет, гораздо выше, чем теперь. А у тебя прямой нос, упрямый волевой подбородок, голубые глаза с поволокой. Он живет на даче, потому что весна. Да не болезнь это, дорогие, не болезнь. Дело в том, что я умер. Да, черт возьми, умер. Но потом состоялись похороны! Будет похоже на свирель пастуха, на музыку, что еще не написано. Где не осталось ни единой целой лампочки! И темно! И темно! Ой, давно! Наглухо замурованной, мудро молчащей школы для дураков! Скиллы! 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 Когда-то мы уже были с тобой знакомы на этой земле. Ты, наверное, помнишь. И вот мы пришли. Вернулись, чтобы опять встретиться. Мы те, кто пришли. Теперь знаешь. Mm-hmm.